Вот один из участков, значит, это свободно выгульное содержание, круглогодичное, вот в таких вот условиях. Зимой, фактически, летом. Да, зимой и летом. Вот, первый год. Зайдем. Это первый год, который мы прожили в таких условиях. Так, вот, слава богу, все нормально. Ну, выйдет. За весь период здесь было в среднем около 60-70 голов. Мы выделили две только больных с пневмонией телки, которых пролечили, и все нормально. А так вот, здесь и коровы были зимой, то есть с выменем все, и телки вот эти вот. Тут не опасно находиться нам? Нет. Они набросятся, быков нет. Тут там была подушка такая из соломы, вот там под этим... Фидлот так называемый. Фидлот, да. Вот. Что такое фидло? Фидлот — это эти такие свободные эти участки, майданчики. В Канаде, в Америке, где быков содержат, это желоб и вот как бы соломой закидана земля. Без всяких поднавесов, без ничего. Это называется фидлот. А смысл? Кормовая площадка. Вот. А смысл вот их содержать вот отдельно? Они дают какие-то дополнительные результаты? Или нет, просто это просто у нас нет места, где их содержать. То есть мы расширяемся. Они не умещаются в здании. В зданиях нет места для них, потому они содержатся в таких условиях. Какой плюс это? Ну, лучше копыта, в принципе, здоровье немного лучше. Ну, гинекология получше немного. Легче родят, счищаются, меньше болеют. Вот. Но, ну, я не знаю, основной момент — это экономический. Вот. Есть ли в этом как бы какие-то еще плюсы? Вот. Ну, а так модно сейчас, вот, органическое, вот, природа. По-моему, нас окружили. Мы не издеваемся над ними, да, вот, даем им возможность жить, как они хотят. Ну, это уже так. Больше как, действительно, как органическое разведение с выгулами. А те выгуливаются или нет? Да, тоже. Да. Они в каком возрасте у вас выгуливаются? Ну, малыши находятся в том отсеке. А вы посмотрите, 60 дней они здесь, а дальше они переходят. Идемте еще посмотрите, как там оборудовано кормление. Вот, в принципе, как бы классический фидлот, кормовая площадка, должен быть вообще без этого поднавеса, должен быть только желоб и все. Но мы все-таки пощадили их немного. Мы все-таки создали им такое укрытие небольшое, в котором они могут спрятаться от... Ну, когда ветер и дождь. Ветер зимой, особенно мороз, да. Ветер, и они сюда заходят, здесь они... Вот здесь живут. Мы раздаем им корма, да, раздаем им корма здесь, и тут они содержатся. Чистим здесь периодически, подстеляем. А как они туда попадают? Или там... Трактор. А, или туда они не попадают? Здесь, там... нет, они не попадают сюда. Есть мелкие, трактор. А, все, я понял. То есть они здесь находятся, да, и они все тут помещаются? Да. А сколько надо на одну корову места? Сколько это? 1.20 м? Так? Да. Да. Это, ну, это норма, 20, которая 50, для них комфортна, да? Да, 1.50 м. Ну, у нас территория здесь больше получается. Их всего здесь 60 голов, а сам поднавес. Это на 100 рассчитан. Да, на 100. А телята тоже здесь находятся или здесь только взрослые? Нет, только взрослые. Телки после, ну, як там, после осеменения. После телки осеменяются. Проверяется на стельность, если она стельная, тогда выпускаются сюда. Ну и корову тоже, когда отлактировала и переходит сюда. За 60 дней, 55 дней. Ранний сухостой и пошла сюда на 60. А уже родилка уже в другом месте. Ну, планируем здесь еще такой подавес создать, чтобы меньше, ну, там, посмотрите у нас в другом помещении, чтобы меньше поколения. Ранее поколение. Не могу подобрать слово правильно. Но такие, как 6 месяцев, 8 месяцев, вот такие телки, тоже мы хотим попробовать содержать таким способом. Там под навесе у них еда, ну, чтобы если какие-то там дождь, снег, чтобы она не портилась. А здесь они пьют воду. А вода какую-то подготовку проходит или может быть там что-то? Нет, вот у нас артезианские скважины. Более 230 метров глубины добывается артезианская вода. Вот. И зимой вот, подогреваем, зимой, да. Специальная бочка. Бочка есть, подогреваем и теплую воду сделано. по графику. Вот часть нашей разработки — экотерапия называется. Это что такое? Ну, у нее есть заболевание, вот, гнойное воспаление сустава. И чтобы ей как бы скорее выздороветь, вот, мы ее не держим на цепи в помещении. Мы ее выпустили, чтобы она себе ходила здесь, вот, пасла, съела. Таким образом она скорее выздоровеет. Это мы называем экотерапией. Но уже испробовано. Да.
То есть, если бы она была на цепи, она бы похудала бы, и, скорее всего, нам нужно было ее зарезать. Да, ну, зарезать, да. А так?